Всем привет! В этом ролике я сравню звук конденсаторного микрофона Philips BM8000 с микрофоном в смартфоне Huawei P10 и обычным вот таким микрофончиком. Я его губкой закрыл. Антиветер у меня такой самодельный. Значит, в комплекте с этим микрофоном, с микрофоном BM8000, была, значит, вот такая штука. С ней я не буду проверять звук. Я пробовал. Очень плохо. В общем, мне неохота вникать там в тонкости настройки. У меня не получилось сразу хорошо записать звук. Я не буду. Также я попробовал записать звук напрямую через провод 3,5 мм. Достаточно тихий. Нужно также колдовать с настройками. Мне неохота было. Я сразу подключил вот этот вот блок, который шел в комплекте. И, в общем, сейчас по ходу вы поймете разницу трех микрофонов. Первый был смартфон, следующий будет вот этот микрофон, и последним будет вот этот BM8000. Сейчас я записываю звук с этого маленького микрофончика Sven. Все три микрофона будут на одном расстоянии от моего лица. Буду говорить, стараться так с одной интонацией, с одним напряжением, так чтобы одинаковые условия были у всех трех микрофонов. Этот микрофончик прослужил мне достаточно долго. Но вот сейчас вы можете сравнить разницу смартфона и обычного настольного микрофона. Следующий на очереди BM800. Кстати, ссылка на этот микрофон будет в описании. Наконец-то пришло время проверить конденсаторный микрофон BM800. Характеристики у него такие. Диапазон частот от 20 Гц до 16 кГц. Чувствительность от 38 до 2 дБ. Как утверждает производитель, стиль модный. Комплектация была полная. У данного производителя это микрофон, держатель для микрофона, паук, поп-фильтр, звуковая карта и усилитель. Также еще шла веб-камера. Но на веб-камеру я особо не надеялся, что она будет качественная. Она всего лишь 100 рублей прибавляла к стоимости. Значит, со звуковой картой не очень получилось записать звук. Дергался, и то не с первого раза получился звук. Вот эти кнопки прибавления громкости не работали. В общем, я не стал долго разбираться. Также попробовал включить напрямую через вход 3,5 мм. Звук очень тихий. Но я также не стал разбираться с настройками. Сразу включил через усилитель. И вот сейчас мы записываем. Также микрофон пришел без поп-фильтра. Я сейчас написал продавцу. Не знаю, что он ответит. Поп-фильтр отдельно сегодня приобрел. Вот записываю в том комплекте, которым заказывал, только не от продавца все это пришло. Спасибо большое за просмотр. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего доброго!